Макс, что ты там сидишь? Если чучело, ложись рядом. Нет, иди сюда, садись туда. Так. Кто у вас в той схватке победил? Я. Ты. Хорошо. Можно я тут кто? Здесь кто выиграл? Макс, ты выиграла? А там? Там ну, мы девушки уступаем. Значит, Маша, снимай тут пояс. Вот тебе пояс. Это пояс призера олимпийских игр. Сергей Том. И ты в нем борешься. И не дай Боже, ты проиграешь. Вот в этом он боролся на олимпийских играх. Стал третьим. Одевай. Второе место на чемпионате мира. И третье место на чемпионате Европы. И третье место на олимпийских играх. Готово? Ну ты уже проиграть никак не можешь. Джек! Буду выбирать, а твою паре буду давать. Андрей, стоп, смотри. Маша, кандидата, пойдите сюда. Так, идите, садись, сюда иди, садись. Обувь сними и сюда садись. Скажи, либо у меня. И вот вперед он переступил назад за пояс. Ну. Я красавец! Артур, что-то мне кажется, ты неправильно скажешь, что-то с захватами. Я руку неправильно. Матей, ну добра, поле. Шида, берешь за поле, больше 5 секунд держишь и не бросаешь. Хочу. Опять сгибаешься. Не работаешь над захватом, а за счет сгиба. Ты мои руки сгибаешься, тебе шида уходишь отсюда от борьбы. Капелец уходит то же самое. Подпечь мой внутри. Не назад, не Андрюха! В азаре! Андрей, Матей, стойко! Аджимен? Артур, это все скажет за неделю пропуск. Пошел, Андрюха. Неделя пропуск. Артур, отыграть! Скажи. Пошел, Катерин. Где? Есть! В азаре, держать! Раз, считаем ему 10 секунд. Считай, как они. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, молодец. Ну, Андрюха, где бросок? Перегрузка сейчас надо. Стоп. Хорошо, Андрюха. Маты. Стали. Заправились. Так, маршрутка ты проиграл. Отдавай пояс. Отдавай пояс. Одевай тот. Так. Следующее, когда вы будете бороться, значит посмотрю. Так. Поклонились. Ушли. Следующее. Так. Ага. Вот так, да? Тогда надо возьми какую-нибудь куртку, одень для него. Ну, что? Нет, а я с Игорем. Там моторик синий. Ну, Владу я не могу дать. Он и так синий. И Игорь я не могу дать. Там без этого. Миша, ты выиграл у него? А выиграл да? Делаю. На. Держи. Порвать, Макс. Не сразу. Дергай. Посмотри на него, да? Вот ты сразу должен думать. Иди туда. Как с ним бороться, Макс? Если ты начнешь к нему приходить близко, обнимать его, он тебя может бросить. С ним надо бороться так. Дергать его. Подсюда, сюда, 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 сюда.
Возьми вокруг него 10 раз обиди. Я тебе говорю, я его сам упадет. Нет. Да. Нет. 11. Смотри. Ты не бери захват. А ты вот так делал, вот смотри, раз отсюда, раз, потом меняешь, хоп, хоп, меняешь, отсюда, понимаешь? Отсюда взял, раз, 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 и ты увидишь, что ему будет тяжело. А когда 2 минуты пройдет, бегай вокруг него, голова закружилась, ты там уже бросать ищешь. Джеймс! Игорь, аккуратно, Влад, аккуратно. Двумя руками я беру очень захват. Дай ему захват, Игорь, дай ему, пусть он возьмет, а потом уже ответит. Макс, выиграешь, ты будешь. Не надо. Не надо, так не надо. Вот, хорошо. Запиши. Было... Можно... Аккуратно, аккуратно, эй, долго не души, Игорь, все, отпускай. Он же не знает, что даже сдаваться надо, понимаешь? Сейчас мы его научим. Ревю, рука запуталась, душат, болевое, чувствуешь, смотри, еще что-то, не стесняйся. Значит, хлопает факты, хлопаешь это, а стойки можно взять, по левую. И стоп, ничего страшного. Объясни мне, что это такое, как? Ну! Назади! Стоял бы! Брось, держи! Молодец, Макс! Стоп! Только! Все хорошо, налейте штагой, а руками работает. Это грудь подкачать надо. Грудь! Куда ты бросаешь его? Видишь, он даже через грудь не может сделать, потому что некуда бросать. Понятно, мы не бросим. Ну так я и говорю. Правильно, может голову. Главное голову. Голова уходит на него. Дальше зайди. Зайди пояс. Вот. Достань пояс, сейчас тут пояс достань. Стоп. Смотри. Стоп. Понимаешь, ты бросаешь без захвата. Просто ты его бросать хочешь на лицо. А ну какой смысл? Надо ручку поджать. Может, все-таки свободнее. Да, он стал лучше бросать. Видишь? Посиди. Пояс надо. Вот. Ты подходишь к боге, под одну ногу делаешь. Вперед. Во. Стоп! Смотри. Хорошо. Вот так, было. Слушай, как нравится, не на него падает, а как кувырочек. Вот что я делаю. О! Хорошо, стоп, смотри. Так, Игорь, ты идешь к Владу. Андрюха, ты идешь к Бутуку. И вы продолжаете бороться. Ливию, ты отдыхаешь. Курточку можешь снять. Можешь один. Пусть Владу будет легче. Продолжаем бороться. Макс, отдохнешь, правильно? Нет? Аджина, ты не спеши. Главное, чтобы ты хороший захват. Можешь за это дать. Дай захват. Только потом. Вот. Не подпускай. Очень высоко. Что? Мак, иди сюда. Мак, послушай. Ты можешь улицать сюда. Послушайте меня, внимание. Макс может выиграть, как? Шире. Раз, два, три. Куда-то шире. Три раза, все, и ты выиграешь. Понял? Используй массу тела. И не бери правой рукой через свой, чуть ниже.
Пошли. Пошли. В центре. В центре. И тесни его. Не дави, тесни. Держи. Поезд сидел. Поезд.
Следующий, кто там хочет продолжать? Левый, с кем ты дали? А? Нет, ты даже не выбери. С кем? С кем? Нет, Мишка нет. С Мишей. С Мишей? Да. Мишку так все любит. Или... Пойдешь, Миша? Хорошо. Хорошо, да? Так, ну что, готовы? Джин! Дальше новое, дальше новое. Ближе, стоп, 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 ближе, стоп, ниже, ставим свой. А, ребят, как только скажу стоп, ты останавливаешься. Ты больше весишь и сильнее физически, чтобы ты не травмировал. Давай, бросай, бросай, Маша. Ливер, по сколько орбиты будешь? Давай, 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 давай. Не оскаливай, оскаливай, не трогай. Вообще не так, значит, те у нас двое хорошо были. Маша с Андреем отлично. Макс, как нога, помните, да? Значит, пойдет у нас... Ой, стоп, стоп, стоп. У нас пойдет Даник. Ну, кто там сидит, смотрите, пожалуйста. Даник пойдет с Мишей. Вот тут пойдет... Артур пойдет с Ливией. Вот так, красавчик. А сыну пойдет с Бутуком. За собой не верит. Нет, она ушла. Маша, двигай, двигай, на него, на него и держай. И держай. Одну руку упор, вот так, вот, 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 все, стойко. Мишка, как ты злой? Сейчас мы устроим корриду. Так. Это плохо снимает камера. Так, Мате, заправились. Сейчас корриду устроим. Бой дзюдоистов. Оленели, поклонились, ушли. Построились. Так. Вот здесь построились, все построились. Так, Игорек. Капитан. Аич. Бурдужа. Напротив. Дзюдо или погребки? Нет, мы будем сейчас под дзюдо. До первой крови. Так, до первой крови. Так, Игорь, два чувака есть. Сыр и бутылку, сейчас вперед. Выбирай. Сыр, ладно. Так, Артур вышел и Лива. Выбирай. Лива. Так, Хэнко и Миша сюда. Кого выбираешь? Миша. Мишаня. Сюда. Так. Андрей и Маша. Андрей. Андрей сюда, Машенька сюда. Вот это самые главные чуваки. Стоп. Угадаешь ли поезд? Угадаешь ли поезд? Значит, ты это самый. Выбираешь, хорошо? Хорошо? Сейчас. А в какой руке пояс? В какой руке пояс? Ладно. Ну вот ты угадал. Ты угадал, значит выбирай здесь. Давай, Катерина. Так, команды построились. Одна здесь, другая здесь. Влад, ты стоишь и все остальные здесь. Или вот, вот как он стоит, вот так. Все, построились, встали. Так, вы у нас будете в конце, до и пона,
э,